Мор Салах. Кто же он и как складывалась его карьера? Он египетский футболист, который входит в тройку лучших бомбардиров в истории всего Египта. Вот его первый клуб. Это Базель. Всего лишь за год он стал лучшим игроком в Швейцарии. Но когда он перешел в Челси, у него карьера пошла на спад. И его отдали в аренду в Рому. Когда срок аренды закончился, Рома выкупила его. И он все-таки перешел в Ливерпуль. Фанаты друг с другом спорят, какой же гол был все-таки наилучший. По моему мнению, самый лучший гол был в матче против Ромы. Вот как он выглядел. Я не вставил гол, который он забил против Ромы, потому что YouTube заблокирует мое видео за использование авторских прав. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.